В этом году участие в ежегодном открытом турнире по баскетболу памяти Егоровых приняли участие 14 школьных команд юношей из разных школ округа. Название призеров и победителей было четверо претендентов из школы номер 11 имени Титова, 24 имени Красовского, 2 гимназии и школы номер 3. Параллельно соревновались и девушки, три команды из школ номер 24, номер 22 и Щелковской гимназии номер 6, где и состоялся турнир. Место выбрано не случайно. Именно здесь долгие годы работал Виктор Михайлович Егоров, человек, посвятивший жизнь благородной профессии педагога, популяризировавший баскетбол в Щелкове, лучшую игру с мячом, воспитавший не одно поколение чемпионов района и области. Он вдохновил на тренерскую работу и своего сына Александра Викторовича Егорова, который продолжил дело отца в стенах этого учреждения. Виктора Михайловича не стало 34 года назад, но о нем помнят коллеги, ученики и педагогическая общественность, по инициативе которой был организован этот турнир. Когда же ушел из жизни Александр Егоров, было принято решение проводить соревнования в память о сыне и отце, которые внесли свой вклад в развитие спорта. Очень много значит для меня, для моей мамы. Мы вот, приходим, говорю, порадоваться за ребят, что у них горят глаза. Это очень радость для меня, что вот продолжают. Я вот задумался, может быть, тренировать игру ребят. Говорю, по стопам отца. Два года соревнования не проводились из-за эпидемиологической обстановки. И вот у ребят вновь появилась возможность выйти на баскетбольную площадку. Нужно сказать, это была настоящая борьба, что отметили не только участники, но и педагоги с многолетним стажем, ветераны. Было приятно смотреть на этих детей. Вообще приятно смотреть. Они играют с таким удовольствием, с таким азартом. У них нет такого, знаете, застоя. Они стараются выкладываться полностью. Баскетбол – командная игра, поэтому здесь всегда побеждает тот, у кого есть командный дух. Вырвать победу удалось команде юношей гимназии номер 2, обыгравших в финальной игре школу номер 24 имени Красовского. Почетная же бронза досталась школе номер 11 имени Титова. Завоевала золото и Щелковская гимназия номер 6, команда девушек. Девчонки впервые приняли участие в турнире и обыграли команду из Монинской школы номер 24. Отличный старт. Девчонки такие молодцы, это просто молодцы. Мы вообще еще не играли вообще в таком составе. И очень многие, вот у нас один-два, которые играли раньше, а вообще остальные мы недавно только начали. Спорт и здоровье. Для кого-то спорт – это жизнь, для кого-то спорт – это увлечение. Для меня это увлечение, мне нравится этим заниматься. Так и на этот раз победу одержал спорт. Поздравляем победителей. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.